В 2020 году боулинг могут включить в программу летних Олимпийских игр, которые состоятся в современном и ярком Токио. Не менее яркие, насыщенные по накалу эмоций ежегодные январские соревнования, которые традиционно проводятся представителями администрации Ленинского района города и районного комитета БРСМ, в этот раз объединили рекордное количество участников в 3 раза больше, чем в прошлом году. Хорошо подошли, наверное, секретари к своим районам и как-то показали, что надо развивать все-таки, наверное, наш вид спорта – боулинг, и чтобы в период каникулярный было чем заниматься. И хотя организацией и проведением турнира занимается Ленинский райком БРСМ, к кикли-бату подтянулись и москвичи. Кто-то пока не уверенно, но охотно подходит к линии броска, кто-то уже давно освоил победную технику. И ему уже не надо оттачивать мастерство. Страйк с одного броска. Команда 4-й школы под руководством педагога-организатора Татьяны Степанюк, участники турнира постоянные. Я совсем недавно вышла на работу после декретного отпуска и быстренько взялась за это дело. Вожу своих детей на организационную праздники обществом БРСМ постоянно. Постоянно мы участвуем, очень хотим, нам очень нравится. Организация для детей подготавливает очень интересные конкурсы, мероприятия. Ну и дети сами все время в школе подходят и спрашивают, когда следующий праздник от организации нашей любимой. Соревнования по боулингу проводятся уже 3-й год подряд, и с каждым новым сезоном знакомят и объединяют все больше людей. Это говорит о том, что спортивный проект, безусловно, еще даст свои плоды, а его участники проявят себя, ведь от массового спорта проложен путь к спорту высших достижений.